Спиленные ветки аварийных деревьев не должны превращаться в дрова. Вызывайте машины и вывозите их из городских улиц. Первый замглавы администрации Самары Владимир Василенко дал указание не затягивать с вывозом сухостоев. Оперативность должна быть и в покосе травы, причем не только на территориях, закрепленных за управляющими компаниями. Вот этот зам, эта территория закреплена за замом по благоустройству ЖКХ. Это его персональная территория. И пусть он ее щипает, лижет, собирает, ждет, что угодно делает. Это его территория. Другого подхода не будет. И говорит незакрепленная, района слышали, нет? Все, и эту тему закрываем. На оперативном совещании по вопросам ЖКХ и благоустройства поднимаются актуальные для города проблемы. В том числе вскрытие асфальтового покрытия, которые по-прежнему не заделаны, и люди вынуждены передвигаться чуть ли не по воздуху. Нерадивым подрядчикам, которые не укладываются в сроки по восстановлению дорожного полотна, городская административно-техническая комиссия выписывает штрафы за несоблюдение требований. Длительные сроки восстановления. То есть есть вскрытия, которые были еще апрельские, майские, июньские. Вот, значит, обращается за продлениями, значит, мы считаем, что это не обоснованно, это не форс-мажор. По поручению первого заместителя главы администрации Самары Владимира Василенко, места, где уже закончены все работы по перекладке труб, должны быть благоустроены в ближайшее время. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События.